Еду я такой тут, значит, еду. Хочу выполнить Триадское шоссе. Ну, попадается вот это. Хм. Как, что бы это могло быть? Всем привет, дорогие друзья. На связи Dragon Soul Play. И мы продолжаем Sleeping Dogs. Тут у нас что-то будет. А, в багажнике кто-то. Да ладно. Вот это. Конечно, не Фрэнк, я Вайшень. Опс. Девятый авторитет. Девятый уровень авторитета. Даже шкал авторитет на максимуме, все атаки и захват становятся неблокируемыми и наносят больше урона. Вот так, блин, помогай после этого людям. Мух. Все, теперь можно реально выполнить Триадское шоссе. Так, что ж, погнали. Вот в прошлой серии у меня не получилось ее выполнить. Ну да ладно, или в позапрошлой, я уже не помню. Да, все просто развалил, но ё-моё, ты чё? Так, вижу трамплин. Ща развернемся. Шпоньк. Тридцать восемь метров? Почему мой ранг 2? Я вроде как рекорд побил, не? Так, сейчас кое-что. Сейчас кое-что здесь будет. Так. Сейчас надо таймеры серии запустить. А то охота же. Вроде бы и серию прозаписать, но в то же время надо все писать ее правильно. И так, чтобы, ну, все было чики-чики-бабона, как говорится. Да. О, а тут у нас кто? Может быть, их надо побить? Надо. Определенно надо. На. На, лови. На. Ух ты, гад. Ух ты, гад. Так, Y, жмем, прожал, готов. Ой, толстяк улетел отдыхать. А что у нас здесь? 10 тысяч баксов, неплохо. Дюк, 18К, везут партию продукта через город. Не дай их грузовикам добраться до Абердина. Вас понял, сэр. Езжайте на шоссе, времени осталось. Нейтрализуйте банды 18К. Да вас понял, сэр, как нефиг делать. Так. Так, чувак, отойди. Да блин, так. Так, ладно. Так, догоняем, догоняем.
Так, поехали, поехали. Давай, давай. Тысяч, 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 тысяч. Так, давай. Готов. Готов. Первая машина есть. Осталось еще три. Так, на. Готов. Второй готов. Фургон уходит. Да блин, не дойдут. Насрать на них. Просто насрать. Фургоны мочим, мочим фургоны. Ой-ой. Так. Блин, уходит гад. Блин, ушел. Черт. Провошкался долго с этими. Ну ладно, проще задание будет начать с этого. Основной миссии. Ладно. Ладно. Ничего страшного. Тяу, 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 тяу. Ну да, только я вот... Только я буду туда полтора часа добираться. Почему я не могу такси вызвать? Типа, серьезно, почему не могу вызвать такси? Контакты, Роланд Рэм, все. Ну да, спасибо. Пасьба. Так. Ах ты... Скотина. Ты даже и не извинился, просто свалил. Ну, спасибо, блин. Вот так благодарность. Вот так щедрость, блин. Ёлы-палы. Так, полиция Гонконга и этот минивэн реквизируется, дамочка. О, довольно-таки бодренькая. Довольно бодрячковая машина, мне нравится. Ну да, для минивэна опять-таки. Шо, будем ехать, чё? Ну да, как все быстро. Ну да, это тебе не гоночные тачки. Давай, так, осторожно. Все. Да блин, сразу. Бомбит. Да не бомбит. Оба. Оба. Так, давай, давай. Теперь это мой грузовик. О, этот уже бодренькая машинка. Ого, сразу третий уровень розыска. Так, давай.
Стрелять будешь? У меня бронированный фургон, скотина. Как ты меня тут планируешь вообще? Так. Еду. Ой, что-то фриз какой-то случился. Ладно, насрать, едем. Просто едем. Своих же таранишь. Что ты делаешь просто? Да. И здесь не очень умен. А кто меня таранить вздумал? Даже не вздумай. Так. Давай. Вот так надо от погони уходить. Давай. А, я, видимо. Так. Ну. Золото открыто. Отлично. Найс. Так, вот так надо уходить от погони. Уходим, уходим, уходим. Просто вот курок на полную выжил, газ. Да тебе не надоело, блин? Что людей давит? Так. Так. Все, почти ушли. Почти, да не почти, блин. Они тут за нами просто по пятам. Ладно. Давай. Ого, боже, я 4 минуты почти от них ухожу, они не могут поймать. Так. Блин, ребят, просто уйдите. Так, где? Где? Вот ты где здесь, да? Ой, прости, чувак, я не хотел. А, чистое вождение, а я что-то другое делал. Понял. О, все. Сейчас мои денежки ко мне придут. Ничего, полезно. 35 тысяч. Неплохо. Так, что у тебя здесь есть? А, у тебя только такое. Спарк, надежный, экономичный. Just one.
Да ладно, я постараюсь ее не разбить, братан. О, нам недолго всего-то 900 метров ехать. Но, блин, это последний фургон, от меня вечно ускользает. Блин. Ладно. Давай. Поехали. Ладно, хватит с меня этих фургонов на сегодня. Нужно уже выполнить это реальное задание. Чтобы мне авторитет прям поднял, и все. Чтобы я прям 10 уровня достиг, и все, прям прокачался, прям прокачанный такой был. Их. Так, 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 так. Вор. Кто гад? Он еще бегает быстро. Слышь, я ж тебя поймаю. Прости, чувак, тут тачка твоя понадобилась. Охренеть, он драпает! Скотина! Да блин, что за невидимая преграда? Взял и меня просто развернул, блин. Просто, блин, капец какой-то вообще. Ты, мать твою. Напугали, блин. Что тут? Так, где ты там едешь? А, я его типа поймал? Неплохо. А, внезапно, ну ладно, чё. А, и вот наша машина. Ладно, давай уже эту миссию закончим. Да, 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 я в курсе, что они везут. Надо мне их прервать. Нейтрализуйте фургон на 18К. Вас понял. Пока не доехали до Абердина. Жмем на полную катушку, мать вашу, давай. Так, 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 так. Чихать на этих тачек.
Все, готов. Остался последний. Вот так надо действовать. Все. Просто взяли, разобрались. Даже не вздумай до Абердина доехать. Ты до него не доедешь, скотина. Ты меня понял? В смысле уходят? Не уйдут. Да блин. Я тебя догоню, скотина. Я тебя достану. Я тебя достану. Все. Ух! Yes! Как машина громила стряд. Спасибо. О, а тут что у нас? Так. Я хочу еще. Мне понравилось прыгать на трамплинах. Так. Да блин. Да господи, поверни камеру. Камеру поверни, да? Так, о. Ой. Так. Во. Так. А где? А где ты-то у нас? Чё, наверх лезть? Алтарь здоровья. Так, как же тебе там добраться-то? А, можно так. Прикольно. Оба. Гони. О! Вы достигли максимального уровня здоровья. Симсалаби, махалай, махалай, здоровья давай. Че, все что ли? Ну ладно. Ох, все раз, ну все сломал, Вэй, ну что ж ты будешь делать? Так, теперь куда поехать? Поедем. Поедем мы. А, нужна катер. О, оказационная разведка. А вот это интересно, вот мне нужен катер. Если ты меня вот тут, надеюсь, он тут есть. Я очень расстроюсь, если его тут нет. А, есть. Смотри, к чё. Ну, что-то похоже на катер. Водите в лодку. Ну, я захожу. Поставьте катеру причал, удерживая Б рядом с доками. No problem, бро. Так, надо плыть. Сток. Вот сюда надо плыть. Метка не стоит. А, поставил. Так, тут это все проплыть. Ага, погоди-ка, давай-ка попробуем на трамплинчик там разогнаться. Там трамплинчик у нас есть. Хочу разогнаться вот на этом ведре. Попробовать разогнаться, да так, чтобы уж прям дух захватило, и мы такие вжух и перелетели прям быстро.
Давай. Энч, энч. Давай, 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 давай. Да. Ладно, надо более быструю посудину, так скажем, сюда. Ладно, пойдем лица крошить. Видимо, для прыжков она не предназначена. Ну да ладно. Поплыли, давай, чё, давай, плыви, плыви. Давай, плыви, плыви. А тут есть полицейский катер. Найс. Можно потом будет его угнать. Боже, вот это вообще посудина неуправляемая. Как на ней можно ездить? Тут я такой брутальный. Я все может. Вэй сядет за любое транспортное средство. У него в документах о правах категории с А по Д, там, С, по Д, С и 1, и Е, прочее, там, 1, С1, Е1 и прочее фигни, все. А, вот почему катер здесь требуется. Так, ну-ка, давай-ка, тут поплыли. Вот почему я не смог до него добраться тогда. Понятненько. Все ясно. Вот оно чё, Михалыч. А я так сразу-то и не понял. Так. А вот мы и приплыли, собственно. Говорится, лодку достали. Говорится, понос настал, премига остал. О, заранее лежит пушка. Ни на что не намекаю. Ого! Давай. Пять штук осталось у вас. А, дробовик, дробовик, дробовик. Так, погоди, пусть жизнь остановится. Так. Ого, блин. Ого, да вас много. Все, отлично, база зачищена. Фух, отлично. О, что тут у нас есть? Поддельный свитер. Целеуказатель. А, это мое личное оружие теперь, да. О, так, осталось камеру взломать.
И где? Where are you? Ага, вон ты где. Все, теперь я могу любых бандосов просто мочить на раз-два. Ну что, у меня есть пушка. А пушки, как известно, детям не игрушки. Так, один, два, три, четыре. Два есть. Значит, сюда два. Ага, значит, это ноль, возможно. Пять, семь. Пять нет, семь есть. Значит, сюда пять, тут два, тут семь, тут два. Пятерки нет, четверки нет, тройки нет, двойки нельзя, единицы нет тоже, ноль нельзя. О! Воспользуйтесь системой наблюдения. Ох, какие мы молодцы. Всех раскидали. Ну просто гроза наркоторговцев, ё-моё. Ого. Нам такую лодочку дали. Ну да. Выбраться бы из нее еще здесь. А тут можно выйти просто? Интересно. А, ни к чему меня не приведет, так что... Ладно, будем выезжать на этой колымаге. Да господи. Вот так, наверное, руль надо заложить, чтобы выйти. Так. Да ё-моё, управление лодочным и водным транспортным средством здесь просто какой-то ужас. Если она сможет развить более приличную скорость. Это поворачивать планируешь или только с помощью того, чтобы просто вот так тормозить, а? Ой. Не понял, а что звук пропал? Да, ясно. Ясно. Да господи. А чё звук пропадает? Интересно. Может, у меня какой-то баг? Я не знаю. Пишите в комментариях, ребятки, если знаете, в чем причина. Ибо я что-то в душе не чаю, что происходит. Ладно. Фух. Так. Что нам еще тут надо? Что еще можно поделать? Можно взломать. Можно еще... А, это мы только что были. Камикадзе. Далеко. О, можно еще что-то выполнить. Перехват конвоя. Нужен катер. Пустите катера нужны. Шо, игральный притон. Перехват конвоя. Опять игральный притон. Сток канализации Абердин. Я там был. А, не был. Я был Чианмая. Тут я не был.
Так что катер нас может вновь понадобиться. Какая неуправляемая хрень, ей-богу. Еще и звук вечно куда-то пропадает. Да блин, что-то не поворачивается. Почему он не поворачивает? Ей-богу. Самое неуклюжее транспортное средство, которое когда-либо видел. И богу, тот же минивэн был лучше. Борту надо вот так просто виражи какие-то закладывать непонятные. А, погоди, я ж там был. По-моему, я там был. Да, я там был. Господи, это не отмечено, оказывается. Да куда ж ты полез? Че за ужас? Боже, такой неповоротливый этот кусок параша. Такой здоровый, такой неповоротливый. Я шатал стекло. Давай, газуй уже. Ну, а поворачивать-то будем, не? Это для кого просто? Курок просто вот так вот до упора жму. Была бы вебка, показал бы. О, звук опять пропал. Ладно. Ясно. Сток. А, это он куда надо ехать-то? О! То есть вещь получше, наверное, надеюсь, и поманевреннее, чем эта фигня какая-то. Во! Всяк получше будет этого всякого куска параша. Ладно, последний наркопритон зачищаем и серию заканчиваем. Так. Ладно. Давай. Во! Вот так-то лучше. Вот это я понимаю, нормальное управление и скорость, и все. Ой-ой-ой, погоди, мы кое-что пропустили. Сейчас развернемся. Я тотемчики алтари здоровья просто так не надо проходить. Ого. Давай, Симс Халабим. Ахалай, махалай, здоровье давай. Ишкуяш. Вспотел аж бедный. Все. Керосан. Вот. Вот керосан, керосин, вот, да, вот. Наш верный друг механический. Спасибо ему за это большое. И спасибо за то, что еще один раз нет звука. Тем временем мы и приплыли. Боже, это классное управление. Это просто вау. Я кайфую, ма. А это кусок параши пусть себе оставит. Я вроде еду правильно, да?
Во. А давай-ка мы отсюда зайдем. Все, отлично. Хочу их ошеломить их своей внезапной атакой. Ого! Готов. Так, готов. Патроны кончились. Так, ну займи. Давай. Влезай. Так. Всё. Найс. Взломайте камеру. Это как два пальца об асфальт, дружище. Да, она там. Отлично. Фух. Ну ладно. На этом с вами серию закончим. Так. Так, значит. 5, 7. О! Отлично. Все, мы с вами все взломали, мы с вами молодцы. Ай да мы молодцы. Так. Я тут еще сейф не скрыл. Значит, потом за ним просто задолбаешься гоняться. Кеннеди Таун. Сейф. О, 10 тысяч баксов. Вау. Вау. Фух. Ну да. Фух, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь, дорогие друзья. С вами был Dragon Soul Play. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До скорых встреч, ребятки. Всем пока.